прокачалась Керриган. Моя королева, тебе открылись новые способности. Ты можешь выбрать их прямо сейчас. Погоди-ка. Твоя стратегия казалась мне странной, но теперь я ее понимаю. Труды Абатура приносят свои плоды. Помнишь, о чем я тебе говорила на поле боя? Видение. Это искусство быть прозорливой? Нет. Коварной? Абатур, иди к нему. Его работа причиняет боль. Его работа даст тебе умение видеть. Хорошо. Не нужно читать мысли, чтобы понять, какие у Ворфилда планы на мой счет. Он понятия не имеет, с кем он связался. Иша, когда королева клинков, когда я командовала роем здесь, на Чаре, какой я была? Могущественной. Ты сделала нас сильными и хитрыми. Мы могли жить вечно под твоим началом. А теперь? Пока ничего не ясно, но рой будет идти вперед. Если ты погибнешь, мы станем служить тому, кто поведет нас. Я глава роя, и если погибну я, погибнете и все вы. Запомни это. Ты вышла на новую ступень силы. Тебе открылись новые способности. Так, 6 гиблингов. Дикая мутация. Скорость и запас здоровья увеличится. Вот это мощная тема. Вот если зерглингов апнуть этой темой, их не убить не смогут. И скорость атаки увеличивается. Хотя на 10 секунд всего лишь. Но, наверное, лучше это выбрать. Стопудово будет классно. Че, в эволюционном здесь эволюции нету? Расскажи мне о своей работе. Смотрю на ткань, вижу потенциал, структуру, ДНК, последовательности, сплетение, соединение. Вижу, как можно улучшить. Ем плоть, расщепляю кость. Внутри меня. Трогаю, смешиваю, переплетаю. Достигаю лучших результатов. Но не идеальных? Идеальных никогда. Идеал – цель, которая всегда меняется. Нельзя останавливаться. Хм. Хорошо, ты можешь продолжать работу. Ну тогда дальше. Чтобы снова заполучить чар, мы должны уничтожить крепость тиранов. Просто так они ее не отдадут. Мы ждем лишь твоего приказа, моя королева. Гиблинг, эволюция какая-то интересная. Ну и осадная. Нет, тяжелая. Высокий урон по бронированным. И перешагивать через... Это, считай, вот их строить и зерглингов. И они будут перешагивать. Нормальная тема. Надо попробовать. Построив дополнительную базу на новом месторождении ресурсов, вы ускорите производство войск и сможете занять укрепленную позицию ближе к линии фронта. Тираны окопались в своей крепости и ждут нас. Пришло время для удара. Мы прорвем их оборону и уничтожим всех до единого. Приготовиться к ядерному запуску! От этих насекомых должны остаться лишь обугленные трупы! Генерал Ворфилд собирается использовать свой ядерный арсенал! Нужно действовать быстро! Загара, займись развитием улья!
А я возьму эти войска и попробую ослабить врага. Я слушаю тебя. Так. Моя королева, попытайся прорваться как можно дальше, а я пока подготовлю улей. Вышли мне подкрепление, как только сможешь. Это будет кровавая бойня. Наши войска атакованы. У нас мало времени. А вот и они, Бельзя! Отбросить зергов! И шагу назад! Я иду. Тебя никто не слышал. Говори скорее. Моя королева, прибыло подкрепление. Что теперь? Тебя никто не спрашивал. Сотрите их в порошок! Эти твари никогда не получат чар! Да. Наши войска атакованы! Рой не знает усталости. У нас мало времени. Я иду. Я сокрушу любые преграды. Время для ядерного удара! Сожжем их! Моя королева! Наш улей еле выдержал этот удар! Ворфилд будет наносить ядерные удары все чаще. Нам нужно пробиться в его центр тактических операций. Это наш единственный шанс на победу. Я создала кое-что, что может уничтожить тиранов. Это аберрации. Цепочки ДНК нестабильны, но эффективны. Веди их в бой, моя королева. Захвати эту базу, и пусть тираны бегут в страхе. Так, что тут получается? Говори скорее. Мы должны их прекратить. Я уничтожу лаборатории, как только смогу. Так, но времени никакого нету.
Сначала надо раскачивать все это дело. Нам нужно больше минералов. Намутим этих минералов. Что теперь? Нам нужно больше минералов. Обнаружили улей зергов. Выслать штурмовые отряды. Так, откуда они идти-то будут? Я слушаю тебя. Говори скорее. Нужно больше минералов. Улучшение завершено. Да. Рой жаждет крови. Обнаружил.
Нужен запуск ядерной ракеты. Тираны снова запускают ракету. Покинуть область удара. Место ракетного удара обозначается светящейся отметкой. У нас есть возможность покинуть опасную область. Я слушаю тебя. Я иду. Что теперь? Говори скорее. Тебя никто не спрашивал. Так, а они что атакуют у нас? Только наземные. Улучшение завершено. Так, что построить? Камера есть, тараканы и гиблинги. Что теперь? Рой жаждет крови. Выкладывай. Так, ну лаборатории это здесь, налево-направо. Здесь золотые кристаллы, надо будет сюда базу замутить. Обнаружен запуск ядерной ракеты. Да. Они запустили еще одну ядерную ракету. Улучшение завершено. Тебя никто не... Моя королева, выполнив дополнительные задачи, ты повысишь свой уровень.
Я слушаю тебя. Рой жаждет крови. Это мой мир. Рой не знает усталости. Я сокрушу любые преграды. Я иду. Покончим с этим. Улетайте с Чара. Если вы останетесь, я уничтожу вас всех до единого. Нас мало времени. Вперед! Это мой мир. Я сокрушу любые преграды. Новые операции готовы. Это мой мир. Покончим с этим. У нас мало времени. Рой не знает усталости. Черт, Керриган, ты об этом пожалеешь. Я сокрушу любые преграды. Невыполнимая команда. Тебя никто не спрашивал. Жаждет крови. Возьми, девочка, мы же спасли тебя. Почему ты снова стала такой? Тебе нравится снова командовать зергами? Нравится убивать людей? Тебя никто не спрашивал. Покончим с этим. Я иду. У нас мало времени. Вперед! Говори скорее. Я уничтожила лаборатории и положила конец экспериментам Ворфилда. Надеюсь, тебе хорошо в компании этих клопов. Ведь вам вместе гореть в аду. Оставь чар мне, Ворфилд. Выкладывай. Наши войска.
зеленый. Наши войска атакованы. У нас мало времени. Вперед! Это мой мир. Тебя никто не спрашивал. Рой не знает усталости. Команды призраков Браво и Дельта, открыть огонь! Говори скорее. Я прошу любые преграды. Рой жаждет крови. Вперед! Я иду. Путь свободен. Убейте всех до единого. Но генерала Борфилда оставьте мне. Это интересно. Лейтенант, доставьте раненых к шаттлам. Мы почти на месте. Отправить кровомяты. Я в порядке, лейтенант. Позаботьтесь о раненых. Я уж как-нибудь сам. Шаттла с тяжело ранеными. Они уже вряд ли когда-нибудь смогут воевать. У них есть семьи. Дети! Ты отпустишь их. Слышишь меня? Генерал, мы окружены! Выхода нет! Ты тварь! В тебе не осталось ничего человеческого. Ты предала нас всех! И ради чего? Своей жалкой мести! Скольких невинных ты уже убила? Скольких еще ждет смерть? Видел бы тебя сейчас, Рейнар. Генерала жалко, конечно. Так, а что здесь? Старые вояки, запуск. Двадцать минут. Продолжить. Так, эволюция какая-то появилась. И перелет. Так, ну а Керриган. О, до 30-ки еще далеко. А там 35-й. 35-й, потом только полтинник. А потом опять 60-70. Да. При способности еще останется. Ну вот это неплохая мутация, прям прикольная.
Когда я была прежней, я давала тебе людей для экспериментов? Да, очень плохие. Примитивная структура, минимальная способность к адаптации. Ты знаешь, что я сама была тираном? Высокий псионный потенциал. Преодолела врожденные пороки. Очень редкий случай. Мы никогда больше не будем проводить эксперименты над людьми. Рад это слышать. Эволюция, ну-ка. Вид гиблинг готов к улучшению. Найдено существо с сильной эссенцией. Хорошо подходит для гиблингов. Победить существо, ассимилировать эссенцию, вывести новый подвид. Ну-ка. Дроблинг. Живая бомба при взрыве распадается на две меньших боевых единицы, которые продолжат атаку. Распад происходит однократно. Охотник. Может перепрыгивать уступы, но это тот же. Хотя... Прыжки нападают на противника. Даже не знаю. Если вот взять тех зерглингов, которых много, по три штуки вылупляются, и наделать вот этих охотников, то будет прикольно. Надо будет охотника, наверное, выбрать. И как-нибудь по приколу попробовать наделать их. Хорошо справляется с плотными скоплениями врагов, они также эффективны, когда нужно прорвать глухую оборону. Планета Нелит. На поверхности присутствует уникальная форма жизни. Митоскоробей. Примечательный эволюционный механизм выживания. Децентрализованная нервная система, умирая, распадается на два меньших организма. Нужно ассимилировать эссенцию Митоскоробея до того, как протосы узнают, что мы здесь. Так, а где он? Необходимо больше эссенции. Поблизости крупный митоскоробей. Внедряю эссенцию в генную структуру гиблинга. Усиленные гиблинги готовы к бою. Хорошо. Познакомим протосов с нашими новыми друзьями. Гиблинги в момент взрыва распадаются на два отдельных существа. Разделение однократно. Доставляю гиблингов. Их все больше. Больше гиблингов. Новое подкрепление. Протосы разгромлены. Абатур, приготовься к новому эксперименту.
Скория. Вулканическая сырьевая планета. Неблагоприятная среда. Тысячи гиблингов сгорают в лаве. Экстремальные условия полезны. Задают верный курс эволюции. Спустя множество циклов происходит адаптация. Появляется новый подвид. Может запрыгивать на утесы, чтобы спастись от лавы. Как удобно. Успешные особи рассредоточены. Нужно их найти. Обнаружены эволюционировавшие гиблинги. Надо забрать. Лава поднимается. Оставайтесь на возвышенности. Регулярные подъемы лавы. Нужно использовать возвышенности. У нас какое-то движение. Нужно проверить. Извержение закончилось. В низине безопасно. Так исчез! Шахтерская база Доминиона. Добывают ресурсы. Вижу. Давай опробуем наших гиблингов. Главный вход хорошо укреплен. Гиблинги не прорвутся. База встроена в ландшафт. Наши гиблинги могут забраться наверх и атаковать с тыла. Успешен. Генетический код готов к интеграции. Жду решения. Ну тут все понятно, но по-любому вот этот нормальный тех. Пускай прыгучий будет. Новый подвид. А менять их нельзя, получается.
так сильна. Теперь я могу представлять угрозу для тебя. Возможно, когда-нибудь ты будешь управлять роем. Если ты считаешь, что способна на это уже сейчас, то вперед. Но следующий бой между нами будет смертельным. Все или ничего. Я буду служить тебе и учиться у тебя. И, возможно, когда-нибудь я возглавлю рой. Но не сейчас. Ты поняла мой урок? Да, моя королева. Ты научила меня видению. Рой силен. Но лидеру нужна не только сила. Я победила Ворфилда не потому, что была сильнее или зергов было больше. Просто у меня есть видение, а у него нет. Я запомню это, моя королева. Чар снова наш. Врагам стоит нас бояться. Нам еще многое нужно сделать. Нас много, мы бесстрашны, и мы развиваемся. Наша миссия на Чаре закончена. Скоро я решу, куда мы направимся дальше. И что у нас? Зерус, родной мир зергов. Он находится далеко за пределами сектора Капру. Керриган, ты должна отправиться на эту древнюю планету, изучить ее тайны и впитать ее силу. Зеруса привела тебя сюда. Меня привело желание увидеть, как умрет Менгск. А зерги помогут мне уничтожить Кархал. Ты должна дать Зерусу изменить себя. Приближается великая битва, и у тебя осталось мало времени. Я ничего никому не должна. Твои пророчества не для меня. Но ты сделаешь все, чтобы отомстить. Все. Этого достаточно. Мы происходим отсюда? Да. Впервые зерги появились здесь. Слишком мягкие условия. На Чаре намного лучше. Не спеши. Возможно, Зерус намного опаснее, чем любая другая планета. Почему ты помогаешь мне? Ты должен ненавидеть меня больше всех. Зелнага желают, чтобы ты вновь возглавила рой. Ты знаешь, я не верю в твои пророчества. Неважно, веришь ты или нет. Я служу высшей цели и заработал ненависть протосов. Избавь меня от этих жалостливых речей, Зератул. Каждый сам делает свой выбор. Я смирился с этим. И когда наши дела будут закончены, я вернусь к своему народу и предстану перед судом. Все мы однажды ответим за свои дела. Думаю, твой час почти настал. Я смотрю на Зеру с глазами моих надзирателей. Изначальные зерги невероятны. Кажется, они не стареют. Все живые существа стареют. Даже зерги. Но они поглощают чужую эссенцию. Постоянно эволюционируют и не умирают. Если только их не убьют другие изначальные зерги. Верно. Самые опытные охотники среди них должны быть невероятно старыми.
и невероятно опасными. Что ты думаешь об изначальных зергах? Динамичные, разнообразные, интересные, беспорядочные, бесперспективные. А я думала, они тебе понравятся. Постоянное развитие ради убийства других. Изначальные зерги хорошо реагируют, импровизируют. Есть хорошие гены, можно заимствовать. Зерги роя. Эффективные, с продуманным развитием, доминирующие. Рой растет. Изначальные зерги недовольны нашим присутствием. Они собираются в отряды, готовясь уничтожить нас. Я чувствую здесь присутствие чужого сознания. Оно спит? Древний. Изначальный зерг, заставший создание сверхразума. Ты хочешь, чтобы я пробудила его, верно? Если ты хочешь получить силу Зеруса, тебе понадобится помощь древнего. Моя королева. Рядом собираются враждебные изначальные зерги. Они намерены атаковать нас. Они хотят остановить тебя, не дать поговорить с древним. Что ты будешь делать? То, чего мои враги больше всего боятся. Как всегда. Ты встала на верный путь и больше не нуждаешься в моих указаниях. Мы больше не увидимся. Значит, это и есть древний. Чтобы пробудить это существо, мы должны накормить его. Сколько биомассы? Нужно убить этих иглообразов, а затем направить рабочих к трупам, чтобы они собрали мясо. Закончив добычу биомассы, рабочие отнесут ее к древнему. Обращается к оскверненным зергам. Вы на моей территории. Мы поглотим вашу плоть. Тревога. Большая группа летающих изначальных зергов собирается напасть на улей. Муталиски воссозданы. Готовы к бою. Уничтожат изначальных стражей. Поблизости собирается большая стая изначальных зергов. Они наверняка нападут на нас. Пусть попробуют. Так, ну позырим, что это за муталиски. Урон 9, дальность маленькая. Наша первая цель — это стая иглообразов. Вперед, Шивол. Древний. Надо еще защиту выстраивать. Короче, время никто не ограничивает. Поэтому, как всегда. Рой не знает усталости. Шпиль. Вот это нормальная тема. Нам нужно больше минералов.
Эволюционная камера. Сейчас все заделаем. Нужно больше минералов. Муталиск. Атака ближнего, дальнего и защита. Сейчас мы все это застроим, замутим. Выкладывай. Улучшение завершено. Что это? Иглообразы. Ну и ладно. Иглообразы обнаружены. Нам нужно торопиться, если мы хотим завладеть этим мясом. А что, где таймер? Никакого таймера нет. О, здесь кристальчики есть. Так, что-нибудь построить. Камера есть. Тараканы и гиблинги вот этих надо построить. Улучшение завершено. Улучшение завершено.
атакует улей. Вперед! Это мой. Нельзя, чтобы она пробудила древнего. Уничтожить мясо! Оно не должно достаться ей! Мы должны остановить их. Нужно перехватывать их атакующие отряды. Рабочий может добыть биомассу иглообраза, но это медленный процесс, и в ходе его рабочий будет уязвим. Нужно защищать его на случай нападения. Зерги Бракка пытаются уничтожить тушу иглообраза. Выкладывай. У нас мало времени. Наши войска атакованы. Да. Говори скорее. У нас мало времени. Я слушаю тебя. Так, будто лиски. Нужно больше, Веспена. Улучшение завершено. Месторождение минералов выработано. Что теперь? Нам нужно как можно скорее получить биомассу. Улучшение завершено. Иглообраза хотят уничтожить. Да, этот пока собирает. Да. Добыча завершена. Биомасса направлена древнему. Наши войска атакованы. Наши войска атакованы. Наши войска атакованы. Я иду. Я чувствую поблизости какой-то объект. Он слишком мал для изначальных зергов. Омуты эссенции изначальных зергов. Сильный генетический код. Подобраться ближе, впитать эссенцию, улучшить способности. Наши войска атакованы. Так, при омута. Это вот это что ли? Ух ты. Рой жаждет крови. Это мой мир. Улучшение завершено. Ты
сильнее. Должно быть, Зератул говорил именно об этом. Времени. Вперед! Наши войска атакованы. Я сокрушу любые преграды. Тебя никто не спрашивал. Тушу иглообраза хотят уничтожить.